Привет всем! Сегодня покупочки из магазина Пятерочка. Мы купили такой минтай замороженный. Красная цена. Он стоил 126 рублей, по-моему. Чек, к сожалению, у меня не сохранился. Взяли также кисель вот такой клюквенный. Русский продукт. Чаще всего берем именно такой. Нам нравится. Взяли вот такой хлеб азовский. Взяли три мороженки вот такие. В стаканчиках обычные. Азовская губерния. Три взяли, потому что одно у нас в холодильнике еще осталось с прошлого раза. Взяла соевый соус сенсой. Он стоил, по-моему, 35 рублей. Мороженое по 16. Взяла вот такую сахарную пудру с ванилью и кардамоном. 19 рублей стоит пачка. И взяли две пачки молока. Вот такое молоко, честно, не помню почем. Так, и сегодня еще мы заходили в другой магазин. Сейчас покажу, что купили. Заходили еще в магазин «Смешные цены». Купила себе кофточку. Вот такую. Такая, а внизу вот из тонкого материала такая. Как будто бы одета на рубашку. Вот, очень мне понравился. Приятный такой материал. Что-то типа шерсти. Вот, 800 рублей она стоила. И сзади еще вот такой красивый замочек с камушком. Такая у меня обновочка. Также в этом магазине мы купили Костику носки, теплые такие. Ой, сколько стоили, я не помню даже. Примерно. Так, и где-то около 30 рублей, по-моему, они стоили. Вот, и муж взял себе носки. Такие бамбук. Мужские махровые носки. Тоже теплые. Здесь написано вот 70% бамбук, 25% полиамид и 5% эластат. Не знаю, такие еще никогда не брали. Ничего не могу сказать. Так, и на днях мы еще заходили в магазин «Обновка», я вам не показывала. И купили Кириллу такие носочки тепленькие за 29 рублей. Хорошие, теплые. И взяли Костику зонтик. Вот такой вот детский. В школу ходить, потому что зонта нету, если вдруг дождь. Вот и тут еще такой свисток. Вот сейчас открою зонтик, покажу, какая картинка. Вот такой вот зонтик. Вставочками. Ой, что упало. Вот. Ну, главное, что ему понравился. Сам выбирал картинку. Так что вот так. Такие у нас сегодня были покупочки в Пятерочке, в магазине «Обновка» и «Смешные цены». Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте и обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылочки будут под этим видео. Большое вам спасибо за просмотр. Всем пока-пока!